Салем достар, салем жастар, бюген сездами брагета агысар кыс. Сегодня с вами снова я. И сейчас реакция на Нур и Бага Саукеле. Мне специально написали Нур Productions, чтобы я сняла реакцию. И на самом деле я вот это поддерживаю очень, когда люди мне сами пишут и просят реакции. Ну, потому что я многие моменты упускаю серьезно, и я не вижу. Я не всегда нахожусь в Ютубе, не всегда могу как бы зайти, проверить что-то, когда что-то новое выходит. Именно вот таким образом, когда мне люди пишут, типа, сними, пожалуйста, там, да, ну, я хочу снять. Потому что, во-первых, именно люди нашли меня, люди не поленились написать, люди подумали, что именно я, допустим, могу снять эту реакцию. Поэтому спасибо вам огромное, я знаю, что вы обязательно посмотрите меня тоже. Огромное вам спасибо, то, что вы мне написали, и сейчас я буду оценивать ваши клипы, посмотрим, как это получится. Ну что, начнем, и раз, два, три, поехали. Это у нас получается кавер, да, на Артура Эрайму. Ну давайте. Так, интересное начало. Причем тут дискотека интересная у них. Мишелевым. Ой, а что за тетенька? Тетенька, девушка. Ого, ого. Это как так? Блин, а на самом деле, слушайте, о, как это красиво, господи. Блин, такие красивые наряды. Очень красивая девушка, которая с ними вместе. Очень прям красивая. Блин, это серьезно, это в Казахстане красиво, да? Это же эти каньон, да? Каньон. Блин. Никакая мода не украсит сокеле. Накрытый дастархан приготовит блюдо мужу. Бауырса қазығарта и бешбармак на ужин. Накормит и оденет на работу провожает. Не танцует тверк, танцует таможай. Она знает, что такое воспитание мамы. Где надо поклониться, где надо до свидания. Народ помнит, и я об этом не забуду. Историю любви от Кожебеки Баянсулу. Храбрее девушек, казашек не найти. Бери пример от Маншуки Алии. В общем, наши девочки просто огонь. Сжигает красоту. У меня опять мурашки. Только я не знаю, что с тобой происходит, но это просто. Что за милашка? Она ответит скромная. Девушка-казашка. Даже что говорить, они по рукам уже пошли. Это настолько вот поразило, что, блин. Не вижу, у меня отсвечивает. А, она типа проснулась в клубе и побывала в стране грез. Блин, на самом деле очень классно. Вот серьезно. Кто бы что ни говорил, это очень клево.
Знаете, почему клево? Потому что звучало по-другому совсем. То есть не как это писали именно Райм и Артур, не их музыка, а немножечко более мелодично, более вот так вот, красиво. Мне понравилось. Я не знаю, что со мной сегодня на самом деле происходит, но, видимо, природа, девушки в национальной одежде, да, вот этих платьях, очень красиво на самом деле в национальной одежде. И у меня в первый раз такое, чтобы у меня вот реально мурашки, они начинались с ног, и дошли до рук. Это было в первый раз в жизни. Что со мной делаете? Это, ну, это шикарно, на самом деле. Это очень-очень-очень шикарно. Но везде есть замечания, ребят. Я вам скажу, вы, конечно же, не обижайтесь, но я не могу это просто мимо пропустить. Видно было то, что немножечко артистам, да, певцам, исполнителям было некомфортно работать на камеру. Это со временем люди этому учатся, но просто как бы примите это в виду и больше снимайте себя на камеру, больше пойте, больше делайте. Ну, было просто такое заметно чуть-чуть, особенно под конец. Поэтому вы не обижайтесь, на самом деле, как бы я это чисто с доброй критикой говорю. Вот, ну просто знаете, что вот есть такой вот маленький косячок, может быть, сказать, что сказать так. Я, кстати, я в августе собираюсь в Казахстан ехать. Может, это даже получится в июле, не знаю точно в каких числах. Но я собираюсь в Казахстан и надеюсь, когда я приеду в Казахстан, я побываю вот во всех этих красотах. Я не знаю, сколько это будет стоить. Я вообще не представляю, сколько надо денег даже с собой брать. В общем, неважно. То есть я надеюсь, что я побываю именно во всех этих вот местах. Увидеть мне надо, увидеть именно природу Казахстана, потому что ну это же шикарно. Вы посмотрите просто, насколько это шикарно. Вот. Это же просто не описать словами, ну серьезно. Мне надо вот это серьезно, вот я хочу это увидеть. И во-вторых, если будет возможность, я не знаю, может быть, кто-нибудь работает где-нибудь, где можно на прокат взять вот такие вот красивые костюмы и в них, не знаю, походить, пофотографироваться, потому что это очень классно. Я бы платье себе на самом деле купила, серьезно. Потому что платье, оно, вот эти красивые они вот есть. Есть слишком такое красивое, да, вот это в розовых тонах, оно слишком бальное, допустим, ну, как бы не бальное, пышное. А вот то платье, которое в синем тоне, именно синее платье, оно очень такое, знаете, этот. Не на каждый день, допустим, но его можно куда-то одевать именно на какие-то мероприятия, допустим. Почему бы и нет? То есть сейчас, на самом деле, во многих странах делают так, что национальная одежда начинает приобретать именно какой-то такой современный колорит, ее разнообразие много, очень много разнообразия, и из него делают что-то современное, то есть, допустим, в Корее, насколько мне известно, даже стали именно свадебные платья переделывать под более современное такое венье. В нем есть и традиционные какие-то частички, допустим, и более современные такие пышные платья. То есть это очень красиво выглядит. И надеюсь, что, может быть, до Казахстана тоже такая мода дойдет. Она, может, уже есть, я не знаю, если честно. Ну, как бы, видите, футболки, то есть это, ну, это же реально. Это и колорит Казахстана, и очень модная же вещь. И на самом деле, надеюсь, в Казахстане тоже уже такое есть или появится, когда именно национальную одежду будут немножечко, как бы, даже не национальную, а современную одежду будут переделывать, именно делая ее вместе с оттенком вот этой национальной, так скажем, вот. Надеюсь, я понятно объяснила. Мне на самом деле понравилось, я говорю, природа, локации, все очень круто снято, мальчики, вы просто замечательные, девочки, мальчики, это очень классно выглядит, прям серьезно, шикарно очень. Я не знаю, что еще сказать, потому что это шикарно. Серьезно. Блин, на самом деле, если вдруг я, как бы я точно стопудово приеду, но если вдруг у вас, ребята, будет время, то давайте обязательно в Алмате встретимся. Вот серьезно. То есть я хочу с вами увидеться и с вами поболтать. Потому что я вижу, что вы прикольные ребята, раз вы собрались просто и сделали сами клип, переделали и очень красиво это сняли. Вот. Поэтому и вообще, давайте со всеми встретимся. В Алмате или в Астане, я еще сама не уверена, но знаете, что я еду к вам. Буду с вами прощаться, надеюсь, вам реально, ну, понравилось. Не знаю, что добавить, но это шикарно, да. Вы все, наверное, видели мои эмоции. Буду прощаться, спасибо, что смотрите, спасибо, что остаетесь со мной. Всех вас очень люблю. Сао.